Идемте, мистер Майлз. Времени мало. Приветствую вас, друзья. Продолжаем прохождение Assassin's Creed. Самую первую часть, самую первую. Не играл никогда в нее. Неплохо так сделано. А где ассистентка? Где Люси? Не волнуйтесь, скоро она присоединится. Зачем все это, док? Чего вы хотите добиться? Вы смотрите телевизор? Читаете газеты? Никогда таким не интересовался. Тогда я вам дам краткую сводку. Мир в дерьме. Это печальное зрелище. Сами смотрите. Со времен вашего предка прошло тысячи лет, а общество осталось все таким же варварским. Все таким же глупым. А ваша цель? Порядок, мистер Майлз. Миру нужен порядок. Это наша цель. И вы помогаете нам достичь ее. Вы думаете, я поверю, что вы строите светлое будущее? Именно этим мы и занимаемся. Человечеству нужна уверенность. Люди хотят знать, для чего они здесь и что им делать. И мы ответим на их вопросы. Когда люди поймут, как им жить, все станет намного лучше. Лучше? Конец всем войнам. Большим и маленьким. Не это ли ваша цель, ассасины? Мир во всем? Я говорил, что я не ассасин. Ну да, конечно. Я все еще не понимаю, при чем здесь я? Терпение, мистер Майлз. Со временем вы поймете. Или не поймете. Мне все равно. Главное, чтобы вы показали, где оно. Где что? Извините, я опоздала. Мы готовы? Да, готовы. Где что? Артефакт. Кстати, озвучка мне нравится. Здесь неплохо сделано. Редко в играх такое может быть. Блин, игра 2007 года, по-моему, если я не ошибаюсь. С момента записи практически... Больше 10 лет, да, прошло? Так, погнали. Блок памяти 3. Нам в Масиаф. Если вы сорветесь, карабкаясь, хватайтесь за уступ. Отлично, Альтаир. Уверен, у тебя впереди полоса успеха. Тамир говорил так, будто хорошо знает вас. Он говорил о каком-то большом значении. Значение имеет не само действие, а то, как и когда оно производится, и какие последствия порождает. Что мне еще нужно знать? Альтаир, самую большую ошибку ты совершил, потому что знал слишком много. Если я чего-то не говорю тебе, то лишь за тем, чтобы ты не ошибся снова. Понимаю. Нет, не понимаешь. И не поймешь, пока не усвоишь урок. Тем не менее, ты справился с заданием. Я повышаю тебя в звании и возвращаю часть снаряжения. А теперь отправляйся в Акр или Иерусалим. В этих городах живут люди, о которых ты должен позаботиться. Начальники бюро расскажут, что нужно сделать. Итак, у нас новое задание. Акра или Иерусалим. Так, у нас одно. На одно хп дали больше? Или на два? Ну ладно. Короткий клинок. Новая способность — быстрое убийство. Можете потренироваться во дворе. Хорошо. Погнали. Это будет серия, наверное, отдельно. О, открыто, смотрите-ка. Отдельная серия. Ой, прикольно сделано. Красиво здесь. Бабочки летают, лепесточки. Девушки стоят какие-то. Так, пойдемте. Здесь должен быть флаг, я уверен. Вот, один вижу. Там еще вниз спуск. Я так понял, не знаю, это дополнительные блоки памяти. Они после артефакта указаны, кстати, были. Их надо открывать. Я не знаю, все, наверное, вряд ли открою. Это прям очень много всего. Давайте посмотрим здесь, что есть. Вот там вниз можно еще. Здесь ничего нет.
А вот и флаг еще один. Так, 5 флагов еще осталось на собрать здесь, да? Орлиное зрение. Все, погнали. Потренируемся, что нам быстрые убийства, так называемые. Какая-то комбинация нажатия клавиш, скорее всего. Посмотрим. Интересно. Это нормально все. Альтаир, похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Может, ты покажешь им? Покажем сейчас. Итак, удерживайте кнопку 1 и нажимайте кнопку 0. Как по-дурацки написано. Когда враг начинает атаку, чтобы провести контр-атаку. Нажмите А, чтобы драться. Погнали. Ага. Так. А, с нажатым? Ага, нет. Ага, вот, но если только так. Так, нажим, удерживайте. А, вот как, все, понял. Великолепно. Отлично, еще раз. Ну-ка, понял. Еще раз удерживать. В момент. Нет, не тот момент. Вот он. Надо поймать, да. Работа мастера. Нет. Вот какой момент. Еще до касания клинка. Отлично. Так, выход из обучения. Да. Понимаю, у тебя много дел. Просто не представляешь, сколько. Погнали. У нас много дел. Итак, эту серию, наверное, посвятим опять открытию карты. Кстати. Быстрое убийство есть, да. Вот эти ассасинские всякие клинки вот эти. На запястье, которые там крепятся. Возьмем меч, клинок. Да, эта серия будет чисто открывание точек. Я уверен, там откроется все. А вот флаг есть. Давайте заберем его. Ох ты ж, ё-моё. Ты напугал меня. Блин, я сам испугался. Не поверишь. Что еще? Нет, не еще. Где ты еще должен быть здесь? Нет здесь, да? Не вижу, вообще не вижу. Здесь нет. Здесь мы все собрали, да. Тихо, ты что? Камикадзе, что ли? Так, мы по той стороне не были. Вот здесь мы не искали флаги. Сейчас найдем. Она все равно не такая информативная, эта серия будет. Кому интересно, честно так вот полазить. Давайте, наверное, заберемся. Посмотреть. То, пожалуйста. Так, здесь флага я не вижу. Вообще не вижу. Я думаю... Давайте спустимся. Ой-ой-ой. Ничего страшного. Давайте пробежимся еще здесь. Где-то рядом, все это рядом где-то. Но где? Здесь я не вижу. Пробежимся здесь.
В закутке каком-нибудь еще будет. Стоп. О, это он? Или это просто какие-то... Что-то там дымится. Да, там. Его нужно остановить, пока он не расшибся. Да все нормально, успокойтесь. Надеюсь, все под контролем. Так, здесь я не вижу флаги. Короче, я не знаю, где их искать еще. Только если... Что это с ним? Только если... Где на лошади, там в царство... Где царство будет? На лошади будем скакать. До перехода в локацию в царство, да. Возможно, там будут флаги. Но здесь я и не вижу. Не знаю где. Да, здесь нет. Я уже здесь все из... Очень странный тип. Да я такой. Да просто так. Прикалываюсь. Так, здесь тоже ничего нет. Погнали. Ну, вроде эту локацию изучили, да? Ну, по идее, да. Давайте вот сюда еще заберемся. Нифига. Не вижу. Там закуток мне интересен. Ой, на голову прям. Сейчас будут ругаться. Ух ты, нет, смотрите-ка. Странно, это уже даже подозрительно. Ух ты. Это больно. Что происходит? Что ты делаешь? Я себе тоже плечо вывихнул. Идите отсюда нафиг. Мешаетесь тут ходить. Все, хорош тут искать. Тут ничего нет. Блин, не может же там. Я здесь все изрыскал. Все излазил. Хм, странно. Ну ладно. 4 флага. Вот такая. Вот из-за этого неохота их искать, особенно 100 штук. В царстве только 100 штук их там. Флагов. Это даже не знаю, как это назвать. Сколько же времени надо потратить, чтобы получить ачиву. Может, это концовка своеобразная будет. Жаль, что. Не найду, наверное. Все-таки не буду я искать. Это слишком много времени займет. Я и сейчас потратил уже много времени на это. На все. Залазь. Сейчас еще туда сгоняю. Ты это видел? Да куда ж ты? Да вряд ли, наверное, да? Ну да. Я здесь все тоже излазил. Здесь флаги все нашел тогда еще. А, вот он флаг, смотрите-ка. Офигеть. Все излазил, да. 3 флага осталось. И где вас искать? Искать? Хрен знает, да? Нет, сюда не надо залазить. Тоже здесь нет ничего. Он точно разобьется. И я вовсе не собираюсь ему помогать. Не надо. Такие комментарии еще интересны. Так. Тоже нет нифига. Эти ачивы, мне кажется, ни к чему хорошему не приведут. Как странно. Этот человек, по-моему, сошел с ума. Он себя странно ведет. Так, тут
Нифига. Все, хорош, здесь лазит. Тоже ничего. Тоже ничего. Эх, нифига себе, грудок он так ударился. Прыжок. Что он делает? О, блин. Опасно было. Что заставляет его делать это? Флаги. Флаги. Погнали, короче, отсюда. Вряд ли мы здесь найдем что. В кустах не могут они быть. Блин, я все излазил вроде. Каждый закуток. Я, короче, не знаю. Но погнали. Может, скорее всего, да. Вот сейчас поедем. Вот здесь, скорее всего, будут флаги еще. Здесь нет? Здесь нет. О, пещера, что ли? Да ладно. Нет, это просто скала, какой-то кусок скалы. Возьмем белую лошадку. Осматриваемся, может быть, найдем что-то. Ну, хоть один флаг. Пусть будет здесь. Я не помню, здесь находил флаг, нет? Античные такие куски колонн. Давайте туда сгоняем. Ой, тут обрыв. Да куда ты? Ни в коем случае. Нам туда не надо. Да что ж ты скачешь-то? Да, нет здесь нифига флагов. Ну и хрен с ними. Так, не знаю, короче, где флаги еще искать. Может быть, наверху. Около замка. В Масиафе. Кстати, может быть, я там что-то плоховастенько прошарил. Я так чисто, что нашел, то и забрал. Воу. Воу. Все, уходим отсюда, да? Воу. Да, уходим. Чтобы победить в схватке с несколькими врагами... Да, эта серия будет у нас по открыванию территорий. Почему бы нет? Почему бы все не открыть, да? Открываем эту точку обзора. Тут их просто дофига. Так, эти открытые. Иерусалим и Акра. Отлично, мы сейчас все откроем. Да, эта серия будет именно в открывание точек обзора. А потом уже отдельно в Акру и отдельно в Иерусалим пойдем. И там, по-моему, можно будет быстро перемещаться в Масиаф. Да, Масиаф. Туда-сюда. То есть с Масиафа в Акру, в Иерусалим, по-моему, три города будет. Если я не ошибаюсь. Хотя я могу ошибаться. Все, отправляемся в ближайшую. Здесь, сюда, сюда, так, так. Ну да. Так, так. И в Иерусалим пойдем. Конечно, в Акру еще хотелось. Сначала. Да, они оба города прикольно сделаны будут. Они так контрастно будут выглядеть. Просто классно. Посмотрим. Так, сейчас будет все сложненько. На нас агриться будут все. Мы уже на чужой территории. Неподконтрольный. Тут, кстати, даже солнце закрывает облака. Да ладно, меня здесь нет. Видно прям тень, как закрывает землю.
Накрывает, правильно сказать. Так, это Вакру. Вот с этими я бы не хотел сейчас сражаться. Я уж не так сильно прокачан. Все. Так, вот башня. Ух ты, она охраняется. Ух ты ж, она охраняется. Это будет сложно. Так. Давайте здесь пройдем. По решетке забуримся. По решетке забуримся. Залазь. Сейчас спалят нас. Сейчас нас спалят. Почему я тут не мог забраться? Ну хоть обновилось. Во. Странно, почему-то там не смог залезть. Открываем точку обзора и идем дальше. Хорошо. Никого? Никого, кроме орла. Замечательно. Итак, следующая точка обзора. Ну погнали. Я думаю, здесь просто пробежать. Не будем здесь. Масиаф, ну да. Закрыться нет. Не хотелось бы. Твою налево. Загрелись. Хорошо, хорошо. Здесь никого. В принципе, можно сныкаться. Если найдем сейчас. Где? Там сток сена был, проскакали. Может, тележечка будет. Где-нибудь стоять. Да, вот. Будут бежать за мной там. Там еще стоят охрана какая-то. Все. Нас не видно. Так, я эти агрить тоже не хочу. Ну, вроде спокойно прошли. Так, там флаг есть, давайте флаг возьмем. Ну там и... Не хочу там идти. Фиг с этими флагами. 100 штук их собирать. Совсем с ума сошли. Мы потихоньку едем. Потихоньку. Спокойно. Так, долго, главное. Все, прошли. Вот она, башня. Скорее всего, она тоже охраняется. Причем неплохо. Крестоносец, я не знаю. Так и знал. Пошел нафиг. Нет, нет и нет. Беги дальше. Опа, он куда-то исчез. Мистика. Все эти артефакты тоже мистика. Так, смотрим. Спокойно, спокойно. Крестоносцев тоже, там что-то 60 штук крестоносцев. Нафиг их.
Это дополнительные ачивы. Так. Так. Что повис тут? Повис. Ай ты, блин. Залазь уже. Во. Замечательно. Так, посещено точка обзора 7 из 12. Замечательно. Смотрим следующее. Это прям рядом с Акро. Акрой. Так, что у нас тут? А кто у нас тут стоит? Твою налево, крестоносец. Крестоносец здесь. Шопе. Валим отсюда. Причем очень быстро. Загрел всех. Сейчас я где-нибудь здесь сныкаюсь. Во, сток сена. Бегут? Бегут. Бегунцы. А, это не крестоносец, это просто... А, ладно. Я просто оружие достал, скорее всего, из-за этого. Я хотел тихое убийство сделать, типа, сзади. Это в Акру, по-моему, шли, да? Ассасин, убейте его! Чё, блин? Волочи. Откуда они увидели, что... Блин. Я монах, обычный монах. Ох ты ж, ё. Так, зелененький должен быть, да? Да, все. Так, вот эти с этими спокойнее. Все. Не спалили. Чуть пальму обрубили конкретно. А, поломано вообще. А, тут на дубы даже можно ставить. А, прикольно. Так. Можно побыстрее, я думаю. Ух ты, тут целый лагерь какой-то. Охренеть. Это интересно. Ворваться оттуда и всех перебить. Я! Ну это сумасшествие. О, во, нашли. Так, с какой стороны лучше? Они, по-моему, вокруг все будут, да? Скорее всего. А, вот с этой стороны их нет. Замечательно. Ой, флаг даже здесь есть. Вдвойне замечательно. Да отцепись. С теневой стороны идем. Все, фиксируем точку. Отлично. Ну, возьмем вот эту лошадку.
Что такое? А, это лошадь, что ли, блин? Зацепила его. Все тихо, спокойно. Итак, смотрим следующую карту. Нам... Да ладно. Да ладно, а здесь что? Я не понимаю. Так, как-то странно. А сюда что? Давайте сюда. Что там? Я! Так, отцепитесь от меня, там спалите. А, тут закрыто, тут еще один город, значит, будет. О, нифига себе. Ну ладно, открываем. Все равно нам много здесь открывать, что нужно. Отлично. Прикольно, мне самому интересно, что дальше будет. История прикольная здесь. Развитие идет. Все, идем на следующую точку, вот на эту. Крутотенечки. Спокойно, спокойно. Итак, как нам лучше? Вот сюда. Там, скорее всего, будет закрыто. Да. Колоссальное количество здесь. Оу. Всяких ачивок здесь можно. Да что ж такое? Надо спокойнее. Так, не видит нас. Он смотрит как раз в другую сторону. Твою дивизию. Это стрелок, который там палит все время. Давай, зеленый, загорайся. Все замечательно. Вываливаем отсюда. Вот тот, на башне. Гад такой. Флаг вижу. Давайте на лошади прямо подберем его. Угу. Замечательно. Так, нам сюда. Вот она, башня. А кто ее охраняет, интересно? Все те же. Оу. Оу, здесь уже сложнее. Иерусалим. Эй, можно больше так не делать? Можно, можно. А, вот с той стороны нет. Никто не охраняет, никого нет. Ну, там и белая лошадка. Ты напугал меня. Белая лошадка есть. И флаг есть. Давайте заберем его тоже. Да, здесь можно забраться. Замечательно. Я не знаю, для чего... Не знаю, для чего эти точки обзора сделаны. Может, действительно для быстрого перемещения. Фиксируем. Отлично. Весь в этом. Итак, смотрим следующую точку. Вот она. И у нас остается три точки еще. Ну, это и две остается. И попремся в Иерусалим. Пойдем так. Да, этой точкой закончим. Так, 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 так. Тихо, тихо, тихо. Нас чуть не спалили. Да! Его нас не видят. Блин, извини. Добрый человек, я уже старик. Нельзя ли поосторожнее? Можно, можно, можно. Стоп, нам туда? Нам туда? Это единственный проход, что ли? Можно, конечно, так зайти.
Да нафиг, напролом идем. Убирайся, чернь. Ах, зараза. Давайте ищем. Так, желтая загорелась, значит, ищем тележечку. А, сейчас быстренько. Спрячемся быстро их. Уберем. Стоп. Где они там? Бегут, бегут, толпой бегут. Блин, они прям здесь. Не есть хорошо. Ладно. Так, все, не, желтенькая, смотрите, не палит. Наверное, нейтральная какая-то зона. Они вообще как-то не обращают внимания. И это хорошо. Все, можно побыстрее. Точка... О, руины. Точка обзора здесь. Мне придется что, с ними сразиться? Слушайте, они охраняют прям неплохо. Воу. Что здесь произошло? Убейте его! Почему? С какого перепуга? Вы что? Страх потеряли. Они держат осаду какую-то, тех руин. Интересно. Давайте обойдем. Может получится здесь. За мной не идут, не бегут. Можно забить на них. Эта херня так и будет дзынькать, да? Придется поспать. Точнее прилечь. Синовал. До зелененького дождемся. Они все равно не бегут. Они там в осаде. Ну и все. Поскакали дальше. Слушайте, там как-то надо забуриться на ту башню. Вау. Сауфа унабихка, иза раитуху, я мурру бильджуар. Чил? Лен ябуда катиран. Я ничего не понимать. Так, смотрим. Блин. Надо вернуться. Все-таки там придется бой принять. Этот пошел нафиг. Не, не загрелся. Ну и хорошо. Лак здесь есть. Не хочу его подбирать вообще. 100 штук, с ума сойти их. Надо здесь собрать. На любителя. Итак. Что будем делать? С этими гавриками. Там кто-нибудь вообще есть? Да, есть. И до хренища. Я могу не осилить их. Их тут очень много. Две точки. Что попробовать? Проблема? Нет, нет, нет. Да ладно, прошли. Офигеть. Ух, не пришлось с ними возиться. Мне самое главное точки открыть. Замечательно. Наверху никого не будет. Надеюсь. Да вроде никого. Руины прям, смотрите, огромные. Большие.
Судя по всему, храм какой-то прям был. Итак, что мы там видим? Все спокойно. Спокойно. Там пройти все равно не пройдем. Да, меня тут сразу сложат. Я вот так вот между вами. Можно? Так, вот так вот. Да, все нормально. Мне ничего не надо. Все, погнали. Следующую точку. Да куда ж ты? Итак, пойдем сюда. Да. Спокойно. Gözünüzü dört açın, geri dönecek. Угу. Так, здесь нормально. Самое главное, быстро. Не скакать. Здесь просто лошадь. Какое ущелье. Ну-ка смотрим, правильно? Да, правильно. Можно побыстрее. Тихо. Так, придется. Тамплиер. Да, тамплиеров мы убираем, да, точно. Крестоносцы. Ну, в принципе, они крест носят же на груди. Так, я не хочу, он все равно бы загрался мне, на меня. Да, вот этот клинок очень хорош тем, что быстро. Не-не, убери его. Убери. Да. Нафиг. Так, точка обзора следующая. Да, здесь как раз мы и не могли пройти. В прошлом. Когда мы в Дамаск двигались. Затяжная такая серия у нас получилась, обзорные контрольные точки открывать. Так, что-то я не вижу этих точек, этой точки контрольной. Вот там где-то, что ли. Нам туда. Ну да, вроде правильно движемся. За чайки летают. Ага. Воу. Воу-воу. Спокойно. Спокойно. Так, там вышки эти. Меня там палить будут сейчас. Тамплиер, тамплиер будут кричать, да? Да, мы правильно идем. Да, кстати, там на вышках есть. Тебе конец. Да блин, налево. Да! Давайте просто спрячемся и все. А, смотрите-ка там, что есть. Флаг даже есть. Все, нафиг, он не нужен нам больше. Странно, почему там закрыто было? Так, отворачивайся. Отвернулись. Так, вот она вышка. Остановите! Убейте его! Так, что ж, опять что ли? Вы задолбали. Воу.
Карл, ты напугал меня. Ну, не увидят меня. Я как бы типа в розыске, да, вот эта желтенькая моргает. О, можно здесь. Можно здесь спрятаться, если там никого не будет. Ох ты ж, блин. Есть. Ну и хрен с ним. Полезли точку открывать. Потом спрыгнем и спрячемся. Таким образом. Все это предпоследнее, по-моему. Ох ты, как прикольно. Здесь прям вода. И... А, всего. Почему тогда там открытая... закрытая область была? Более чем странно. Так, лошадка. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Подальше от тех чувачков. Все, ищем следующую точку. И отправляемся в Иерусалим. Замечательно. Опасненько, опасненько. Я не понял. А можно? Куда это нам тропинка это ведет? Куда нас она заведет? А. Тихо, 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 тихо. Тамплиер убит. Замечательно. Че, сменим лошадку? Ой, какие глаза у нее. А, они у всех глаза какие-то странные, желтые. Светятся. Откуда этот коняшка, коня... Так, а где я вообще лазю? А, тут вот, тут этот... Понятно. И не заметил. Итак, где эта вышка, башня? Я... Чтобы я не ожидал твоего появления. Да я еще не наехал, а вы уже кричите. Воу. Воу. Что-то у вас тут много. А чего у вас так тут много? Реально много. Так, нам туда получается. Наверх. Да? Получается, что да. Что они бегают так странно? Я! Все, ой. Ну и крик. Так, и где я вообще? Зачем я сюда приперся, а? Блин. Там целый отряд идет. Где он там? Он обходит эту... Это строение странное. Кстати, знакомые строения. В Турции, по-моему, подобные были. Да? А, вот она, эта башня. Все-таки по низу надо было идти. По низу. Да. Ну ладно. Ой-ой-ой. Так, пойдемте-ка мы пешком, сменим-ка мы лошадку. Не хочу там обходить, объезжать. А, подождите-ка. Тут есть... Да.
более безопасный способ. Далеко башня, где-то там. Обиделась лошадка. Все, погнали. А, вот она башня. Фу, блин, уже недалеко. Пожалуйста, ты куда идешь? Снова эти. Так, там охраняется, интересно, башня. Там этот лучник. Он палит. И там будет сейчас, да, распауниться. Нет. Тот не видит. Ну, здесь никого нет. Хорошо. Заберемся здесь. Тебе конец. Твою налево спалили. Сейчас будет стрелять, наверное, да? Да. Сейчас еще и собьют меня. Точку доступа. Ух ты. Давай. Открываем точку. Все, открыли точку. Прячемся. Ага. А, во. Уже потеряли прям. Смотрим. В Иерусалим идем. Сейчас на пролом пойдем. Я даже не понимаю, зачем я это сейчас делаю. Все равно сейчас спалят. Нам туда? Или куда? Нам сюда, наверное. А может и нет? Стоп. А, нет, все правильно, наверное. Больше так не делай. Странная арка. Да, все правильно. Давайте себя преследование скинем, сбросим. Да куда ты, блин? Все равно никто за нами не гонится. Ну, чтобы этот звук исчез. Погнали. Спокойно. Не хочу агрить. Все нормально. Да, мы почти прибыли. Да, вот они, арки стоят. Вход в город. Здесь тоже проход какой-то странный. Ну-ка, там, по-моему, да, было, да. Было что-то подобное, но... Сейчас туда не идем. Вообще, пойдем ли мы туда? Самая главная точка открыли. А вон он, город виднеется. Если вас обнаружили, резко поворачивайте... Все зелененькое стало. Ну что, друзья, продолжим в следующей серии. Нельзя ли поосторожнее? Можно. В моем возрасте такие вещи не проходят бесследно. Бесследно.
В Иерусалиме будет задание тоже. Спасибо, кто был с нами. Это будет серия называться «Путь в Иерусалим». Всем спасибо, всем пока и всем счастливо. Всем удачи.